Вообще телевидение не разрешено так-то с ним без руководства. Сейчас я позвоню. Артем Юрьевич, без прессы не пускают. Закрытый совещание не разрешает. Что им? Закрытое совещание по открытому обращению. Вот. То есть обращение было открытое. Никто не предупреждал. Официально, как бы, то, что нам прислали на почту, нигде не было оглашено, что это как-то закрыто, секретно или еще что-то. Почему из этого делается, как бы, непонятно для чего. Есть, наверное, что скрывать. А что все-таки было на том совещании, куда нас не пустили? Ну, на совещании не пустили достаточно большое количество граждан, в том числе вот моего сотрудника тоже не пустили. Совещание проходило, как нам сказали, в закрытом формате. Обсуждению подлежали только вопросы, обозначенные в нашем открытом письме, хотя его тоже просили нигде не публиковать, но открытое письмо подлежит публикации. На наши вопросы также мы не получили ни одного ответа. Мы спрашивали касательно, как работать с пунктами временного содержания животных. У нас на территории Саратовской области предусмотрено законодательно 4 пункта. В настоящее время теоретически работают 3. Теоретически они построены. Опять-таки, насколько они соответствуют требованиям законодательства, это большой вопрос. Один пункт у нас на территории города Балаково в настоящее время не осуществляет свою деятельность. Соответственно, достаточно значительная часть области у нас остается без отлова официально, так как мы не можем работать по законодательству, нам некуда вести животных. Соответственно, такие районы, как Пугачевский район, например, где достаточно большое количество за январь было покусов, было зафиксировано нападение животных на детей, у нас остается без отлова. Каким образом работать, каким образом осуществлять деятельность, нам не объясняют. Ссылаются на то, что нужно обращаться к администрациям, писать на них прокуратуру, управление ветеринарии здесь не властно. Опять-таки вопрос о том, каким образом мы можем перемещать карантинных животных, потенциально опасных животных, потенциально больных животных, нам также не ответили. А вот временные пункты в каких местах работают? Сказали, что работает на территории города Саратова, это рядом с приютом Дорстрой, вторая гуселка. Насколько он соответствует у нас индивидуальному содержанию животных, насколько он правильно построен, большой вопрос. Второй пункт у нас на территории Балашова, города Балашова, где он территориально находится, с ним еще, насколько я знаю, никто не работает, и как он опять-таки обустроен, тоже большой вопрос. И на территории города Энгельса, но до настоящего момента нам неизвестно, чтобы он вообще работал. Опять, как осуществляется время работы? Но вот на территории города Саратова пункт работает с 9 утра до 5 вечера. Соответственно, каким образом привозить животных, которые отловили позже, большой вопрос. Как обеспечивается сохранность животных, безопасность животных, если пункт работает только до 5 вечера, кто смотрит за животными, нам не отвечают. А вот что касается расценок? К сожалению, у нас именно денежные средства, которые поступают до исполнителей, мероприятий по обращению с животными у нас значительно снизились в связи с тем, что срок карантина у нас разбили на 3 дня содержания в ПВС и 7 дней в приюте. Каким образом это у нас регламентируется, почему нам разрешили карантинных животных разбивать на перемещение, на разные места содержания, нам не объясняют, просто объясняют о том, что вот у нас утвержден такой закон, работайте по нему. Почему? Не объясняют. Так как 3 дня у нас из содержания выпало, соответственно, это достаточно значительно сократило денежные средства, которые поступают исполнителям. В прошлом году цена составляла 7375 рублей, в этом году 7150, по-моему. Вот можно сказать, вот вы позицию управления озвучили, что они фактически сняли с себя ответственность за ситуацию с безнадзорными животными в регионе? Ну да, к сожалению, на все наши вопросы, каким образом все это осуществлять, они не отвечают. Каким образом взаимодействовать с пунктами, они опять говорят, что обращайтесь к администрациям, это не наши полномочия. Все фактически они с себя максимально, на словах, по крайней мере, снимают. Вся ответственность на администрациях, на заказчике и на тех районах области, где находятся сами пункты.